Сенец, 22 мая 2016 года. Сенец, это уже цветет третий или четвертый день. Был такой кремовато-розовый, как розовая слоновая кость. А теперь стал такой вот светлее, кремовастенький розовый цвет такой есть, выглядывает, где-то просматривается. Но в основном такой как бы, ну, как слоновая кость, чуть посветлее. Но вот форму не теряет, что интересно. Форму не теряет, формочку держит хорошо и не падает. Вот так вот посмотреть, он не падает. А у него товарищ еще три бутона открываются. Эти еще открываются. Вот он открывается так с розовеньким. И вот еще один. Вот еще один открывается. А в это вот рядом еще один такой оставила. Другой вроде бы хочу на сорт. Но вряд ли он пойдет на сорт. Слишком он какой-то легкий и не расту. 1 мая 2016 года снимаем сорт сенец бело-розовый, кремово-розовый, очень интересный, на крепеньком цветоносе, поздний он. Вот мне еще другие его эти не открылись, бутончики. Вот остались три бутончика, и вот он такой у нас красавчик, красавчик. Один. Очень много их оставляла. Съела. Вышел один. Остальные хоть выкинь. Все получились мочки. А этот красив. Сейчас все наедем на него. Заснимем.